Есть. Сейчас мы находимся в Кирилловском парке, или как его еще называют, парк Бабий Яр, возле входа в родовую усыпальницу Качковских. Дать, говорю, грандиозный пожар внутри был. А. Рабы, да? Да, я испытался, кстати. Это ж, по идее, там погребальные ниши и находятся. Ну да. Я подозреваю, что их разбомбили. Небось, скелеты или продали, или куда-то выбросили. Нет, наверное, было лет, наверное, еще 70 назад. Может быть. Я вчера сел, играл на Сеге. Не знаю. Мотор. Мы сейчас находимся на территории Кирилловской психиатрической больницы, более известной в народе как больница Павлова, Кирилловка, там, психушка, в общем. Сейчас мы вот находимся возле башни. Это старинные монастырские укрепления 17 века постройки. Вот, собственно говоря, сохранился только небольшой их фрагмент. Это кто-то в Спартаке играет еще под дождем.
орёт. Может, от них, конечно, ничего не осталось, но они либо всем рассказывают, что там есть пещеры. Целый день идет дождь. Мама говорила, одень куртку. А я сам одел. Снял панораму. А я в шортах собирался отсюда. А что ты готовился мне одеть? Вы, ты в церкви, да? Вы ходили в церковь? И как там нынче обстановочка? Нормально, нормально. Мы находимся возле деревянного морга Кирилловской психиатрической больницы. Он рассчитан на 10 койко-мест. Ему около 100 лет. Вот что, ну, пытается как бы на каплях сфокусироваться, что ли. По-моему, он не действует. А что, его по-другому разве называют? Не Спартак? Нет, Спартак, изначально Спартак назывался. Я имею в виду, что это еще его просто перестраивали несколько раз. Mm-hmm. После потопа. А это еще при отце народа вставили. Mm-hmm. Забор. Это стадион «Спартак». Во время известного Куреневского наводнения 1961 года он был полностью затоплен. Уровень пульпы, затопивший стадион, достигал вершины ограды. От старого стадиона фактически осталась только вот эта ограда. После аварии он полностью был реконструирован. И то, что, скажем, после таких времени бывало, что редко, что кого-то там потом на кладбище несли, а то, что там были покалечены, так это таких не считали. Тут одна трибуна, а я сколько он когда стрел по фотке. Рыжая должна быть. Это же отходы кирпичных петровских заводов были. Я скупил недавно книгу, хорошо. Куреневский апокалипсис Анисимов. Дарственной подписи даже. О! Живу, Анисимов умер животное. Thank you.
справа от меня раньше находилась Кирилловская площадь, а за мной квартал, который называется Леплиновка. Вот, то есть вот там вот была площадь, а там Леплиновка. Ну, Ленинский светофор. Да, вот Подольский путь. Лучше это самое. Походим к светофору. Да, давай к светофору. Идем к светофору. А вот там, на холме... Знаешь, как говорится, да. Береженого Бог бережет, а не береженого гроб стережет. Да, а вот там, на холме, мы видим знаменитую Кирилловскую церковь. И вот стадион опять же, и всю больницу имени Павлова. Что ты чувствуешь при приближении к Змеевой пещере? Да ничего такого. А ты думаешь, что там мог остаться змей всех древних времен? Да вряд ли. Имеет цивилизации неизведанные. Хорошо. Оператор последует за вами. Риде. Очень технологии 9D. Ага. Снимаю, чтобы показать высоту. Довольно хорошее место змей себе избрал, чтобы тут окопаться. Ага.
обрати внимание, что вот князья селились на высотах, то есть это естественная защита от неприятеля. Обрыв тут почти отвесный. Все ближе к пещере змея. Сейчас мы осуществим спуск в легендарную Смородинскую пещеру. А я буду стоять на стрёме. Это да. Хорошо. Осуществляем проникновение в созвездие. Давай. А, у тебя вот такое еще фонарь? Там не разное. Ага. Да, все понятно. Посмотрим, как нас, как у нас получится снимать. Получится. Воняет, правда. Какие-то нехорошие люди. Блин. Натащили давно туда. Да? Пещера лихвейская, блин. Ты не боишься того пространства? Мне после. Ничего не боюсь после того, как исследовал. О, тут вода какая-то капает. Угу. Капает. Угу. Зальет это все. А комары есть? Не знаю. Вот тут и жил змей. Так, ну что, тебе хватает света для съемки? Что-то снимаю. Супервайзер. Да включать, наверное, потому что херовато. Надо было мне в камуфляжке ехать. Сейчас сделаю. Ты вспарился в ней. Ну, собственно, сверху капает. Вот. О! Та-та-та. Бревно, кто сюда? Неужели там стекло? Нет. Это исторические бревна. Ископаемые. То есть... Вот она, вот она. Я шучу. Это на самом деле, наверное, в качестве подпорок принесли для чего-то еще такого. Вот он. Может быть, это и есть
остатки тех... Это которые змеи заваливал. Вот. Да, да, это змеи заваливал. О, тут что, комары живут. Комары, крамари. Я еще сниму. Нет опыта съемки в пещере. Тут будет все стены в комарах. В комарях. Современный кирпич. Интересно, кто-нибудь на видео снимал эту пещеру? Не факт. О, а вот это, блин, прямо как у этих, у монахов. Тут прохладненько. Та-та-та-та. Тут прямо, смотри, такое сиденье вроде тут оборудовано. Ну, как вот в Лаврских пещерах, знаешь, он да, слева, да. Справа разные такие штуки. Так и да. Главное не потерять мобилки. Моя снаружи. Моя в карманах. Кстати, по-моему, тут немножко расширили. Здесь нужно раньше было ползти. У меня просто в мобилке дополнительный фонарик. Ползти нужно здесь. Слушай, тут какие-то изменения произошли. Что там, стекло битое? Нет. Кульки? Развилка? Ага, то есть можно вниз и вверх. Какие-то письмена, кстати. Вот, вот смотри, тут, вот, смотри. Что-то тут. 84. Обманщики. Знаешь, размеры этой пещеры убеждают меня в том, что она выкопана для очень маленьких существ. Слушай, тут я ее не узнаю вообще. Тут было все не так. Тут живут сейчас карлики. Тут было все не так. Та-та-та-та. Тут было все не так. Кремать. Нет, все было так. Как и 3 года назад я сейчас когда избавал впервые. Удобно, возьму камеру. Ничего не изменилось практически за 4 года. Та же гадость, тот же мусор. Те же узенькие лазейки. Собственно, вот полностью, я не знаю, мне лень туда лезть. И здесь нужно вообще ползти будет сейчас на пузе. И все, да? Нет, там будет зал в конце. Зал? Только я помню. Большой зал? Ну, такой грот. Да, так и да. Зал? Ну там будет зал, короче, в конце. Ну что, полезем или как? Мне нужно ползти на пузе. Ну, не знаю, как ты? А мне все равно. Ну давай попробуем. Все ладно? Ну можно. Раз это. Или, если уже очень непроходимо, то черт с ним. Там. Я уже... Снимать ты тут не сможешь, наверное. Так может, сможешь. А может это самое логово змея? Это? Да. А, это логово змея. Нет, я туда не проползу. Или там можно встать? Можно. А дальше проход есть? Ты можешь меня снять отсюда. А вот снимаю. А проход дальше есть, нет? Нет, тут комната, тупичок. Тогда ну его нафиг. В общем, буду считать, дальше. Ну там змеи же. Меня видно, я змей. Видно, хорошо. Надо сказать, это страшно. Но вот, в принципе, вот эта вот штука... Она прокопана не для людей. Страшно. Хороший змей. Ой, так, будем... Горыныч. Будем выползать. Так будем. Уникальные кадры. Так, это второе рождение. Так выглядит примерно. Я вообще не любитель узких пространств, замкнутых. А я в них редко был. Ну для... Искусство требует жертв. Ну да. Так, мобила на месте. Продолжим делать. А вот тут какие-то ниши. Их приспособили для пробочек. Ниши. Ну... Ниши. Надо думать, они были для чего-то другого. Так, вот еще такая...
как это называется? Ну, давайте, можно, пол, его, да. А я там снял, как бы. Да, ну, фиг. Я думал, что я место хорошего. Та-ра-та-та-та. Миша, Гриша. Ой, это тут какие-то надписи здесь. Современные. Гримуары. Что же написано? Юра. Юра. А, блин. Уже тут. А понимаешь, среди этих всех стен, среди этих современных надписей могут попадаться какие-то старинные, просто мы их фиг распознаем. Вот тут какая-то типа, знаешь, вязь такая старинная. Арабская. Может быть. Ну вот такая пещера. Класс. Страшно. А вот. Сейчас. Что такое? Пещера ударивает. А меня тоже. Спину. Много не работало. Сейчас. Фу. Вот уже виден выход в конце туннеля. Ёпт! Опять она меня. Не было несколько дней. Да. Рип фон Винкель. Выход там. Свет. Дневной свет. А. Видим свет. Ой, бля. Сейчас я выключу фонарь. Я спрячу его и поползу дальше. Сейчас. Фу. Это дневной свет. Надо одну руку освободить. Кстати. Климбатики, в климбатики. А сейчас можно посмотреть, что там получилось? Что? А сейчас просмотреть. Да, конечно. Вылезай. Мы тут живы. Видно тебя, как в каком-то фильме ужаса, знаешь, выползает такой чувак какой-то. Хорош. Поздравляю с успехом. Несколько дней нас не было. Вернулись на свет Божий. О, свет и природа. Мне рюкзаки хотели сбежать, но я их удержал. Звонил никто мне там? Находимся в переулке Делегатском.
обычно в любительских фильмах много проходов таких, знаешь. Люди входят, на что-то смотрят. Да. Ну, домик самый не старый, с башенкой. Ага. Это Обручская 25. Позади меня начинается улица Нагорная, а направо идет Подольский спуск. Находимся в начале Смородинского спуска. Вот тропы идут туда, и основная дорога, покрытая брусчаткой, идет вниз. Вот загадочный дом на краю Смородинского спуска. А чем же он загадочный? И они рискнули его построить на обрыве. Остатки какого-то сооружения, и идет яр. Лучники же не хоронились. Да чтоб не ходил. Да, он хил. Камикадзе. Странно, что мы его в прошлый раз пропустили. Что я не знаю, как я буду спускаться. Я о чем и говорил. С мощными фонариками мы предпринимаем отчаянный спуск в левую маленькую пещерку. Мы играем на склоне. Ой, очень узкий лаз. И мы видим, что тут тупик. В конце, впрочем, какая-то нора. И куча комаров. Выползаем.
Какая-то ниша. Ой. Ой. Значит, внизу ждет Коля. Так, у нас внизу, отсюда вниз, 7,5 метров. Вот туда вниз. А высота этого входа в пещеру 1,10 м. Ширина 70 сантиметров. Самое время спускаться вниз, сложить камеру обратно в рюкзак. Ну что, я буду спускаться. Ага. Я снял. Давай в пещерку глянем. Сейчас посмотрим, да, конечно. Сейчас мы подобрались к правой пещере, и Петя предпринимает в нее спуск. Но сначала мы замерим ее параметры. В высоту вход 60 сантиметров, в ширину около 70 сантиметров. Так. Ну что, начинаем. Сейчас покажу высоту, где мы. О. Вот сейчас. Так. Можешь посветить просто, чтобы было видно, вот что там. Во. А там что, куда-то левый, влево идет. Сейчас я буду лезть и смотреть, что там. Предательски осыпается все. Фонарь включен, не включен. Включаю налобный фонарь. Где же это? С двумя фонарями пойдет. Ну а что? У меня еще не есть сумки, да посмотри. Мне главное не оставить мобилу. А, все. И все. Она маленькая, эта пещерка. Тут нефиг снимать. Вот и слазали. И ты понимаешь, вот сама структура этой пещеры не такая, как той Змеевой. Там видно древность, там нормальная. А это какой-то самодел такой. Понимаешь? Ага, похоже вот, на то, что на 19 век, да? Понимаешь? Сейчас. Так тоже такая коротенькая, небольшая. То есть это может быть, но ее характер совсем другой. В общем, сейчас я отсюда вылезаю тогда. Так, вырубаем фонарик. Отличное место для нападения на тех, кто идет по Смородинскому спуску. Отсюда спуск виден, а со спуска пещера не видна. Магнитное поле 52-53, чуть выше нормы. При спуске ниже, что у нас получается? 51-49. В порядке. Петя готовится к входу в Змеевую пещеру. Камуфляж нужен не для того, чтобы меня не узнали,
А для того, чтобы я себе не ободрал спину, как в прошлый раз. Да, там оно очень узко. И вот. Узко. Поэтому вот я, как человек такой, который скорее в гору пойдет, чем в гору пойдет, я туда не лезу и остаюсь, так сказать, на стреме. А я иду ее фотографировать и замерять. Что, сейчас? Так, фонарик. Один. Выше. Так, сама вот, пещера. Теперь посмотри, да. О. Да вот сейчас ты можешь спуститься сюда. Вот сейчас спущусь так, чуть-чуть. Мы замерим сначала ход. Мерим ход. У входа мы видим 90, нет, у входа 75 сантиметров высоту и 60 сантиметров ширину. Угу. Измеряю снова. А тут сколько? 75 на 50. Тут влажненько. Вот именно тут влажненько. О, тут уже можно идти в присядке. А там выше, да, уже? Да. Фонарик дурной. Кирилловская пещера Сова. Уже свечечка жжёт. Коридор уходит в спирали.
Вылезаю, вот я уже свечу. Мокро. Ага, включил камеру. Ага. А я тоже снимаю с этой стороны на мобилку. Как я не хочу сейчас ложиться и ползти. Боже мой. Как я не хочу ползти по этой фигне. Ой. Боже. Вот не делаешь это искусство. Так понял, у меня 2 минуты на камеру осталось. Ага. Ну что скажешь, Петь? Я скажу, что я разобрал там надпись за 1930 год. 1930, да? Ага. Еще и за 50-е. Вот, вот, и какие-то непонятные надо расшифровывать, видно, старые вообще. Угу. Соло. Соло. То есть самый тупик, да? В тупик я не полез. Я на диктофон надиктовал, я сделал замер комнаты, коридора. Вот, а это та самая пещера, в которую лазил Антонович, она действительно как будто бы такой, такая спираль ввинчивается в холм. А вот мы, кстати, померили, сколько от поверхности до... Ага, давай, тут еще минутка есть. Да, до этого. Вот я если спущу вниз. А тут высоко. Вот там середина. То есть... А давай его вниз потяну. Замерил, да? Сколько выше? Это... 2,20 угу. От земли, от поверхности холма. Вот, ну, выполнили еще одно исследование, расшифровки будут позже. То есть я очень много снимал сначала на фоток, потом на мобилку, потому что там пыль, я опасался за фотоаппарат. Ну и будем уже в спокойных условиях рассматривать фотографии, смотреть. Ага. Вот какой-то опади. Сейчас. Древний какой-то подъем. Видишь, интересно, куда он нас проведет, если мы пойдем. Холмы явно искусственные, наверное, прокопали его. Странные места вокруг Смородинского спуска. Следуем, куда ведет эта дороженька. Давай посмотрим, куда идет этот обрыв. А тут спуск, но они тут не ездят. Коля, знаешь, какой-то, блин, вспомнить. Да. Ой, блин, куда я полез? Чувствую, сейчас буду на жопу сойти. Да не. Вот. Перехватывайся за это корень, вот он, вот это. Чувствую. Такое, а мы так, сейчас на ногах скользем. Вот корень слева. Вижу. Вот. Вот для тебя. О, порядок. Есть? Как-то к тебе спуститься, вот. Давай. Вот так, и перехватывайся за вот тут. Такой торчит корешок. Во, сейчас мы прикольно. С фонариком. Попробуем снять, что там внутри.
А может быть, я смогу влезть туда. Да нет, ты туда не влезешь. Сейчас посмотрим. Мы внутрь не лезем, потому что вся эта пещерка видна как на ладони. Там якобы уходит вправо небольшой переход, но там тупичок. Вот, смотрим в ту сторону, жиркулечек, некий, пещера рукотворная, и на некоторых ее стенах видны такие скребки. Не знаю, чем скребли, но такие поскребушки видны. Может быть, это корни там отваливались, я не знаю, что. Тут еще вправо что-то уходит. Попробую снять. Подожди, сейчас. Ура! Мы находимся на самых кирилловских высотах. Вы сами можете оценить эту высоту. И человек неосторожен, он просто покатится вниз со склона и не соберет костей. Правда, Коля? Да, и будет его хранить в закрытом гробу. Вот, мы поднялись на этот склон с большим трудом и уперли в забор. Сейчас мы обойдем этот забор, потому что мы хотим выйти к пещерам, где нашли обескровленное тело Андрея Ющинского. Вот тропа ведет нас сюда. Дело в том, что внизу в яру стройкой, поэтому мы не смогли идти цивилизованным путем. И вынуждены пробираться. Знаешь, как бы тут кого не навернуться. Так, я так понял, что надо мне спрятать камеру, иначе я упаду вниз. Сумочка. Не хочется падать, конечно, вниз. Нас вывел к такому лазу, который идет над яром. В яру бетонная труба, явно для отвода ручья какого-нибудь или чего-то. Яр идет дальше вниз. Сломанные деревья. Уставший Коля. Где-то тут уставший Петя. И невероятная крутизна склонов, которая не улавливается на камеру. Ворон каркает, нашу смерть вещуя. Я думал, что я не экстремал, это еще и... Сейчас я попробую снять и не свалиться. О, так тут какая-то пещерка. Труба какая-то еще. Тут пещерка. Что там? Ну, вот начало этого овражка, так называемого. Вот, видишь, какая-то... Тут забор у него провалился. Угу. И дальше он продолжается. Тут, походу, сползу в лопу. А, фиг, фу, там пройдем. Да? А что? Вначале был. Это хорошо. Сейчас я запутался. Вот смотри, тут... И это плохо. Да, мы фиг. Хорошо, идем дальше в забор тогда. Вот только что мы миновали этот опаснейший овраг, где вполне могли бы сложить свои буйные головушки. И тут задумали киноху снимать. Ты бы на себя лучше его дело потянул. Я в разные стороны.
Забор, забор, пусти меня. Забор, забор есть. Вот мы вышли к месту, где какой-то, во-первых, желоб, который идет к сюда. За что? Сейчас, сейчас. Еще один яр. Есть проход? Да есть какой-то. Но ты прав, давай верхом, наверное. Сейчас, я гляну, что тут. Лучше идти верхом. А, все, я понял. Мы с большими трудностями поднялись по склону и вышли к Шишкинскому переулку. И все ради того, чтобы немного спуститься и выйти к группе пещер. Лезем вниз. Лезем вниз. Ну, давай. И сюда. Вот, да. Вот так мы пошли. Значит, вот этот яр. Вопрос. Ну, вот тут мы сможем спуститься. И поискать тогда вход в эту пещерку. Ну, тут весьма так. Можно спускаться, я думаю. В таком случае было хуже значительно. Травища какая-то. Да тут вообще интересно. В общем, кулек какой-то вкопанный. И из него сочится по склону кровушка. Вот такая правда жизни. Так, ничего. Вот мы спускаемся. Глубокие яры. Здесь любил играть Андрей Ющинский с товарищами. Где-то здесь и нашли его тело в пещере. Три четверти крови у него отсутствовало. Сколько, сколько? Три четверти. Ну, не фигня себе. Че, высушился? Вампир какой-то или что? А вот непонятно. Вот мы видим яр такой. Значит, стрёмные тут места. И чудом сюда попала грампластинка виниловая. Послушаем, какая здесь музыка записана. Посмотрим точнее. Идти тут легче, чем я думал. Угу. Я лезу. Сейчас я буду подниматься. Тот же самый обрыв, тот же самый этот. Я пота. Ты мне скажи, вот, ну вот сейчас тут заброшенное место, а как в прошлом тут вообще было? Да-да. Скалолазы мы. Знаешь, маме я это сегодня показывать не буду. Не скалолазы мы, не плотники. Да-да-да-да. Не кочегары мы, не плотники. Да-да-да-да. Не кочегары мы, не плотники. Ра-та-та-та-та.
А мы монтажники, высотники, да. И с высоты вам шлем привет. А, вот о, какие кадры. Таких кадров никто еще не снимал. Глина красноватая, холодная, влажноватая на ощупь. Коля, ломающий сухие ветви, чтобы расчистить себе путь. Да и тебе тоже. Спасибо. Но я могу просочиться меж хвоинками. Возможно, обладаю такой особой способностью. Медленно, сантиметр за сантиметром, мы спускались по склону без страховочных палок. Коля торил путь. Кое-где мы съезжали на задницах. Кое-где шли приседом. Кое-где приходилось нервничать и сучить ногами. Конечно, это все зарагут. Шаманское горловое. Дули глухомань темною, то ли царство змей глубокое. 5:23 сейчас. Вот как раз будем выбираться. Где-то тут. Загадочные ржавые конструкции. Вонючие болотца. Тут прикольные болотца. Осторожно, тут мокро. Опа. Мы углубляемся в чащу, идя уже более по низовью Кирилловских высот, низовью северной части Юрковицы. Хуже дебри, чем в которых мы были, уже не будет. Загадку из себя представляет бетонный блок, на котором лежит рельс. Обратите внимание, тайна, покрытая мраком. Вот такой вот рельс, бетонный блок. Как сюда попал этот рельс? Загадка. Продираясь сквозь метровые, даже выше, высоты крапиву, мы пришли к бетонному заборищу. А бетонный тот заборище с дыркой. Наш путь дороженько может вести. Да, можем туда пойти, а можем пойти туда. А куда лучше? А я не знаю. Совсем тупо. Посмотри, тут как раз может быть самый кайф. А именно, смотри, вот они, по-моему, тут где-то будут пещеры эти. Сейчас. Тут просто не так заросло. Давай посмотрим. Вот тут дальше идет путь дороженька. Путь дороженька, как скатерочка. Вот на самом деле, где Богуславский спуск. Значит, мы зря там лазали, а может и не зря. А мы сняли что-то такое, что пригодится поколению краеведов, отделенных от нас да вполне. На десятки, даже сотни тысяч лет. Значит, вот мы находимся на Богуславском спуске. Он идет вниз туда, к Фрунзе, бывшей улице Кирилловской. А это тут автобаза, да? Вверх. Слева мы видим автобазу. На ее территории, вернее, на этой территории археолог Хвойко в 19 веке раскопал знаменитую Кирилловскую стоянку.
Ну, сейчас, как мы видим, здесь все застроено автобазой. Так, вот тут, в принципе, сто пудов мы выйдем сейчас куда надо. Вот, якобы тут водружен крест и надпись на нем. В окрестностях всего места 25 марта 2011 года потерпел мученическую кончину отрок Андрей Юзинский. Святой его. Ой, это зависит от верований. Короленко как описывает, писаешь? Нет. Он написал, что пещера у подножия двух деревьев. Она была уже разрыта, вероятно, полицейскими, которые искали. Вот такой подъем. Если идти наверх, то мы выйдем к усадьбам Зайцева, Марра. Вот тут играли-то Ющинский и его друзья, они там, где мы предполагали. Потому что там, где мы предполагали, играть невозможно. Там можно только сломать себе шею. А вот тут действительно можно играть. Ну, не сломали. Вот, тут интересная растительность, обращаю внимание. Дубы в Киеве, дубрав не так уж много. Вот какое-то дикое плодовое дерево. Тополь серебристый, опять дуб. Растут интересные цветы, их опыляют шмели. Сейчас. Я думаю, мы можем смело сказать зрителям, что мы не можем найти пещеру, да, где нашли тело мальчика, потому что, во-первых, мы уже преодолели большой путь. Во-вторых, просто устали. Вот, чтобы вы знали, где мы находимся, вот стоим мы, вот стоит Коля, а вот вдалеке на Щековице проглядывает вышка, глушилка. Вот она там. То есть мы весьма нехило удалились от подола. С всех сторон тут текут ручьи, удоли. Да, сейчас. Удоли над автобазой. Можно посмотреть, всюду ручьи находились в куче. И в частности, есть вот такой ручей, текущий желуби. Я в глину влез. Вверху стоит Коля. У него уже нет сил лезть туда. Вам надо подниматься. А внизу я оставил неисследованный ручеек, который течет в бетонном желобе. Я уже намыл сотни килограмм песка и глины. Там раскинулась каменная подпорная стена. Рядом в ней были пещеры. Может быть, мы ошибаемся. Старинная лестница, старая кладка, старый кирпич. Мы поднимаемся к татарке. Собственно, мы уже на татарке. Thank you.
цивилизация. А, Нагорная улица? Улица Нагорная. Ну, вот так постоянно. Впереди мы можем увидеть элеватор заброшенного кирпичного завода. Ну, это был Подольский завод, как бы, когда его закрывали, он назывался Подольский завод бетонных материалов и стеновых конструкций. А вот это вот площадь, это вот площадка, что это? Болото? Карьер его, ну сейчас это просто луг. А там болото, как бы карьер, как бы, который, ну это озеро, как карьер, как бы, который пролежал. Сейчас я спущусь. А что это такое? Что тут такое вкопано? Рельса какая-то? Пытались выкопать эту хрень, чтобы ее сдать на металл. Наверное, бомжи или что-то еще. Дорога,
там даже живет что-то. Да, услышаны птицы какие-то. Сейчас. Я тебе уже приписал. Сейчас. Да, сейчас. Чего? Ну, завода солодных экстрактов. Ага. Пивзавод Ризинка. А вторая справа? А это кирпичного. Там на этой трубе даже есть, я же говорю, надпись есть. Даты, ноты, на которые станут. Ну, это новое. Ну, люди ж как-то входят. Мы снова находимся возле Кирилловской пещеры. До того, как профессор Антонович начал свои раскопки, здесь был земляной козырек, который прикрывал верхнюю площадку. Земляной козырек прикрывал пещеру от попадания туда воды. Значит, когда профессор Антонович начал свои раскопки, то рабочие срыли этот козырек, и в результате получилась вот эта верхняя площадка. Конечно, тогда нельзя было спуститься сверху, а вход был снизу вот по склону. А что ж так? Вот что было. Вот тут была земля, тут был потолок передней пещеры. Коля стоит наверху. Вот по этот уровень был срыт склон. А уже ближе к нашему времени сделали искусственный
козырек снова из бревен, но он не такой длинный, как был раньше, потому что раньше козырек шел вот здесь, и вход был все-таки снизу, чтобы вода не заливала. А так дождь все-таки может попадать и по наклонной туда в пещеру катиться. Спускайся. Давай. Нисхождение. Я понял, в чем дело. Оно, когда сыро, оно дефокусируется. Сейчас вот Петя снаряжается и готовится к спуску в пещеру. А я, как совершенно не экстремал, останусь здесь на выходе. Вот. Петя уже опытный спелеолог. Так, вот сейчас фонарики. Передаю Пете камеру. И Петя... Да, Петя будет снимать уже внутри, наверное. Да. Потому что уже есть один проход снятый. Ну, угу. А, вот, кстати, можно еще. Вот там, где мы находимся, Антонович, профессор, на которого мы столь часто ссылаемся, он вот тут и раскопал свой палеолитический мусор. Это были остатки ракушек, кости, и он отнес это к палеолиту. Да, так что тут есть, вот, но в любом случае, так что, Петь, я тут тебя ожидаю. С ценными кадрами. Идущий для... на смерть приветствует тебя, о Цезарь. Хорошо, я тогда передаю камеру. Так я сейчас выключу и буду так лезть. Понял. Потому что главное добраться до последней камеры, которая находится за шкурником. Вот там-то я снова включу камеру, нашу камеру. Так. Вот тут я планировал подстелить под себя кулек. Однако я думаю, что я влезу и так. Так. Опа-па. Надо сказать, что летом лезть сюда более мерзко, чем осенью. А почему? А потому что летом тут было мокрее. Ага. Я думаю, да. Сейчас я камеру спрячу таки. Потому что все равно так снимать. Ёп! Я уже ударился бошкой. Сейчас. Вот я и дополз до шкурника. Где? Там в конце последняя комната пещеры. Камера дефокусируется. Сейчас мы попробуем туда пролезть. Главное не посеять мобильный телефон. А куда бы он приложил? Что я сел, это фотоаппарат подо мной. Ну, он там оказался, не знаю. Определенно. Если ты застрянул. Yeah.
Все требует жертв. Береги. Я был. Ну, это пещера для нас. Вот мы находимся в самой логовине. Логовище. Лихорадочно щупаю. Потерял ли я свой мобильный телефон? Я думаю, зрителям это не интересно. Я думаю, зрителям интересно, что же тут. А тут следующее. Во-первых, есть еще одна такая ниша. Небольшая. Вот мы сюда влезем. Зря лезем. Вот. Вот такая вот ниша. В самом ее конце еще одна маленькая нишка. Какие стены, видите? Вот такая вот комнатка. Еще такая же нишечка. В самом конце вот ниши я нашел остатки лежанки из ткани, которые рассыпаются при малейшем прикосновении. Это явно ткань. Вот можно посмотреть, какая-то ткань. Сейчас. Такая вот ткань. Собственно, вот то есть на всю эту самую глубинную нишу была лежаночка из ткани. Ткань древняя явно. Может быть, с незапамятных времен каких-то находится. Ну что же, уже и палка эта древняя, не знаю. Она очень легкая. Я целую и исследую, что так, пора выбираться отсюда. Оцаревший все, пол оцаревший. Мой путь лежит назад через этот шкурник. Я уже не буду снимать, как я лезу обратно. Камера фокусируется, дефокусируется. Еще одна съемка. Это последняя камера. Тоже ниша такая вот. Очень. Атмосфера спёртая, вот уже на зубах скрипит лёс. Такой вот потолок. Ещё одна ниша маленькая. Штука, растут вот такие цветочки. По словам спелеологов, такие же видны в одесских катакомбах. Вот, а еще живут вот такие вот, не знаю, животные. Черви с многоножками. Червь с маленькими ножками.
шипами. Умный пейзаж. Что буду выбираться. Темновато. А вот любопытная надпись. Здесь написано. Алёша, 1945, там умер 1954 или неразборчиво. В общем, Алёша, 1945, там умер, и ниже еще идут цифры. Может быть, это 5, 9, сложно сказать. Алёша. Так наш путь лежит уже из пещеры. К сожалению, освещения недостаточно, чтобы камера сфокусировалась. Я могу снимать с фокусом разве что стены. Пыль мешает фокусироваться. Ой, так вот и иду. Петя только что выбрался из пещеры, где он пробыл 51 минуту. А я думаю, что прошло минут 20 или 15. Ну вот. С учетом посещения шкурника и последней камеры. Ага, и что там было? Что главное, я не потерял там ничего, не могил ничего. Что видел? А я тут на камеру рассказал.